Вот, возьмите. Ага. Сейчас сдачу. Не, не надо сдачи. Как? Это много? Нормально. Оставьте себе. Еще букет возьмите. Нет, не надо. Спасибо. Ну. А можно спросить, а почему вы так поздно сидите? А ну так днем гоняют. Кто? Как кто? Участковые. Как собак гоняют. Понятно. Ну, с одной стороны, их тоже можно понять. Они же свою работу делают. Ну, я понимаю, но мне что делать-то? У меня сын. Инвалид первой группы. Вся пенсия уходит на лекарства. Да и моя тоже. Вот и приходится сидеть. Можно я присяду? Конечно. А вы в Акимат не обращались? Обращалась. А кто толку? И так ни разу к Акиму не попала. Я так понимаю, нам, простому народу, надеяться только на себя. А от государства помощи не жди. Насколько я знаю, государство обязано помогать социально уязвимым слоям. Ну, государство-то да. Но чиновники не государство. Они же на себя только зарабатывают. А я сколько раз была в Акимате, там элементарная секретарша меня за человека не принимает. А я ведь на это государство сколько лет проработала. И что? Это ровно так приходится. А вы можете завтра в Акимат прийти? И скажите просто Казамату Ирлановичу. Это что, Аким? Пока нет. Он сотрудник Акимата. Я думаю, он постарается вам помочь. Ой, Аким не помог. Сотрудник разве поможет? Пожалуйста, придите. Ну, ладно. Спасибо за цветы. Всего доброго. И вам спасибо. Не за что. До свидания. До свидания.